Доброе утро, уважаемые друзья. Вчера Михаил Альбертович, наш министр России, заявил об окончательном победе над пандемией, над вирусом, коронавирусом. Сказал, что необходимо привести все лечебные учреждения в норму и начать допандемийный образ жизни. Ровно 2 года назад я также хотел заняться собой. Обещал, что буду худеть, так как врач должен быть стройным, подтянутым, дабы своим видом и здоровьем показывать пример. Я согласен с этим, хотя есть ряд вопросов, отклонений, но не суть важно. То, что я сам этого хочу, это нужно мне в первую очередь. Но как раз в болезнь эти 2 года сложного периода, как бы кто ни считал этим, не позволили это сделать. И вот сегодня первый день. Я все-таки решил возобновить то, что начал для себя. Надеюсь на вашу поддержку, пусть даже и критично, как я говорил. Но главное не в этом. Главное сбросить вес. До Нового года я хочу убрать 20-30 килограмм. Надеюсь, буду похож на своих товарищей, друзей, которые сделали это. Причем сделали это довольно красиво и быстро. Не знаю, получится у меня нет, не первый раз берусь. Но думаю, при этой должности, этих обязательствах, это обязательно... как бы сыграет роль. Вот первый день, утро, конечно, должна быть нагрузка, это 35 километров. Ходьбы бег не нужен, потому что при возрасте за 50 уже колено страдает, колено страдает, и бег не так полезен. Вот, кроме этого, конечно, я не так часто, чтобы не загружать ваше внимание, но 2 раза в неделю буду выкладывать свой вес на весах. Ну и то меню, которое без рекламы, конечно, продукции и так далее, которые применяю. И, конечно, необходима витаминная поддержка. Все остальное. Вот, путь у нас есть 5 месяцев, на которые я должен выполнить то, что обещал.